Во Владивостоке на пляже Охлёстышево прошло автопати. Любители четырех колес собрались вместе, чтобы познакомиться, поучаствовать в конкурсах и встретить лето. Итак, давайте друг другу похлопаем, друзья! Мероприятие началось с выступления чирлидерш. Среди автомобилей на пляжной парковке можно было увидеть спорткары, кроссоверы, городские седаны и прочие. Организаторы проводили конкурсы для участников, например, на самую низкую машину. Победителя выявили при помощи банки из-под газировки. Другой из конкурсов собрал любителей поесть. Главной задачей было съесть 3 хот-дога как можно быстрее. Поэтому, да, берем их, который просто кушает чуть-чуть, один, нормально. У Егора! Событие собрало людей разных возрастов, но всех объединяло одно – любовь к машинам. Олег Завьялов, Степан Скляров, новости на 8.